Здравствуйте, меня зовут Петренко Анатолий Владимирович. Я ищу работу слесаря КПА. Номер моего телефона 8020-517-4817. Давайте попробуем поработать в среде программирования Oven Logic с счетчиками. Запускаем среду программирования Oven Logic. Создаем новый проект. Выбираем тип нашего программируемого реле. У нас PR110-202-12DF8RC. Окей. Давайте попробуем написать программку бегущих огоньков с помощью счетчиков. Здесь у нас выбираем функциональный блок. Вот возьмем генератор импульсов, перенесем его на поле для написания программы. Также возьмем инкрементный счетчик. Нажимаем на него левой кнопкой мыши, удерживаем и переносим на поле для написания программы. Выделяем генератор импульсов и ставим вот здесь в свойствах по 1 секунды. Длительность включенного состояния 1 секунды. 1 секунда. Длительность выключенного состояния тоже 1 секунда. И соединяем. Наводим левой кнопкой мыши до появления красного квадратика и соединяем. Соединяем со счетчиком, с входом счетчика и с выходом. Вот здесь на счетчике зададим единицу. Выделяем счетчик, задаем единицу. Давайте посмотрим, как это будет работать. Заходим в режим симулятора, пуск режима симулятора и подаем сигнал на первый вход в программируемое реле. Вот у нас на первом выходе появился сигнал. Генераторы импульсов дают сигнал длительностью 1 секунды. И счетчик посчитал этот сигнал. После того, как у нас прошла единица, задана единица, и на выходе у нас появилась единица. Выходим из режима симулятора. Копируем счетчик. Нажимаем правой кнопкой мыши «Копировать». Снова правую кнопку мыши «Вставить». Выделяем его, зажимаем левую кнопку мыши и перетаскиваем на поле для написания программы. Вот у нас выделяем счетчик и ставим вместо единицы двойку. Вот. И соединяем с выходом генератора импульсов и выход счетчика соединяем с выходом программируемого реле с выходом номер 2. Заходим в режим симулятора, запускаем симулятор, подаем на первый вход программируемого реле сигнал и наблюдаем, что происходит. Вот у нас единица и снова единица. То есть после единичного импульса здесь на выходе счетчика появляется сигнал. Здесь после двух импульсов тоже появляется сигнал. Выходим из режима симулятора. И так мы можем повторить еще 6 раз. Выделяем, копируем, вставить, переносим. И вместо двойки здесь у нас должна быть тройка. Тройку. Соединяем. Снова нажимаем правую кнопку мыши «Копировать». Еще раз правую кнопку «Вставить». Ставим четверочку.
И соединяем. Здесь дальше ставим пятерочку и тоже соединяем. Шесть ставим. И соединяем. Ну и вот ставим восьмерочку. И тоже соединяем. Давайте теперь посмотрим, что у нас получилось. Входим в режим симулятора. Запускаем режим симулятора. И подаем на первый ход программируемого реле сигнал. Вот у нас пошла программка «Бегущие огоньки». Вот огоньки прошли. Теперь выходим из режима симулятора. Теперь нам нужно сделать, чтобы сигнал сбросился. Давайте выберем здесь у нас инкрементный счетчик с автосбросом. Выделяем его, зажимаем левую кнопку мыши и переносим на поле для написания программы. Давайте поставим его сюда. И здесь вот поставим у него цифру 9. И соединим его следующим образом. Соединяем его выход с входами reset наших счетчиков, инкрементных счетчиков. И вход счетчика с автосбросом соединяем с выходом генератора импульсов. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Заходим в режим симулятора, пуск симулятора и подаем на первый ход программируемого реле сигнал.
Вот у нас проходят бегущие огоньки. Сигнал сбросился. Вот сигнал сбросился. Ну а здесь он, наверное, слишком быстро включается. Давайте снова выйдем из режима симулятора. И вот здесь, наверное, вот изменим на счетчиках заданное значение на единичку. На каждом счетчике здесь поставим 2. Здесь 3. Четыре поставим. Здесь поставим 5. Вот я случайно нажал разделить. Но давайте нажмем объединить. Здесь поставим 6. Тут 8, 9, и на счетчике с автосбросом поставим 10. Давайте посмотрим, что у нас теперь получилось. Заходим в режим симулятора, пуск симулятора, и на первый ход программируем реле, подаем сигнал. Немного позже загорается. Зато теперь здесь у нас как бы явная пауза. Таким образом мы рассмотрели работу генератора импульсов, инкрементного счетчика и счетчика с автосбросом. Здесь у нас на счетчике подача сигнала, здесь ресет, сброс. И здесь задание. Ну вот, пожалуй, пока и все. А, вот давайте, наверное, сейчас еще рассмотрим сохранить файл. Вот, допустим, файл. Сохранить проект. И зададим ему имя. Скажем, назовем его бегущий. Ну вот, я назвал его «Бегущие огоньки 2». Сохранить. Теперь мы можем закрыть программу. И вот мы сохранили эту программку на рабочем столе. Я путь для сохранения задал рабочий стол. Вот. Открываем его, допустим. Ну вот, пожалуй, теперь и все.